Губернатор Сергей Морозов и правительство Ульяновской области при участии членов Совета Федерации проделали большую работу по определению приоритетных направлений развития региона в рамках федеральной повестки. Результат – постановление Верхней палаты парламента о выделении 50 миллиардов рублей нашему региону. Финансы будут поступать в течение ближайших 4 лет на реализацию крупных инфраструктурных проектов в сферах здравоохранения, образования, экологии и транспорта. Сегодня сформированы проектные офисы по каждому из направлений с участием депутатов Государственной Думы. Напоминаю, что постановление Совета Федерации, Федерального собрания вышло 27 февраля. В связи с этим, обращаю ваше внимание, прошло уже 3 недели. Поэтому хочу сейчас выслушать и руководителя правительства, и в качестве судокладов министров, о том, кто, как, каким образом, за каждым пунктом расписан, у кого какой конкретно план действий, когда, кто начнет докладывать жителям Ульяновской области и мне, законодательному собранию, как представителям населения Ульяновской области, о выполнении конкретных планов. В постановлении отражены проекты, связанные с развитием здравоохранения и образования. Документ содержит целый ряд проектов развития транспортной инфраструктуры, а также масштабные проекты по строительству очистных сооружений, рекультивации несанкционированных свалок, противооползневых работ. По каждому проекту на сегодняшний день разработана индивидуальная дорожная карта, четко понятны, в какие сроки должны быть какие сделаны работы, когда должна быть проведена работа по разработке проектно-сметной документации, какие средства должны быть предусмотрены, когда и в какие сроки должна быть подана заявка в какие национальные проекты или, соответственно, государственные программы. И сейчас данные дорожные карты, они отфиксированы, утверждены, и мы переходим в ежемесячный режим контроля данных проектов. В работу вовлечены все ветви власти региона. В законодательном собрании исполнение постановления Совета Федерации находится на особом контроле. Все, что касается законодательных инициатив, таких как возможность получения субсидий образовательным учреждением, которое сельхозпроизводством занимается, например, Рязанский сельхозтехникум. То есть в эту работу включаемся мы. И мы будем готовить и подавать законодательную инициативу в Государственную Думу. Слаженная работа не только областных ведомств, но и регионального парламента очень важна. Кстати, все межбюджетные отношения будет контролировать председатель Комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации Сергей Рябухин. Павел Половов, Александр Кудряшов, новости Ульяновской правды.